Добрый день, ребята. Находимся в центре. Вон бывший кинотеатр «Украина». И впервые поставили в этом году елку там. Видите, вон там у нас ЦУМ стоит. Так он и, в принципе, называется. Центральный универмаг. Вот. Погода у нас пасмурная. Не очень холодно. Холодновато, но так, нормально. Жить можно. И вот впервые такая вот у нас елка. Возле. А обычно она стояла вот здесь. Тут тоже всякие украшалочки. Вот машинки детские. Интересные такие, смешные. И карета, в прошлом году она тоже стояла. Ну вот, центральная елка. Еще буквально неделю назад ее не было. Такая же, как в прошлом году. Ничего не... Только единственное место поменяли. Вот такие еще всякие разные фигурки. Наверное, будут украшать их гирляндами. Будут светиться. Вот. Вот еще такой ангел. В прошлом году они тоже стояли. Ничего нового. Тут тоже. С этой стороны тоже детские машинки стоят. Люди зарабатывают. Детям, конечно, радость. Будет красиво, когда все будет светиться. Я смотрела елку центральную, по-моему, в Днепропетровске. Видео. Ну, конечно, Херсонская. И рядом не стояла. Как-то все тоскливо у нас. Ну, может, еще. Вот так вот, ребята. Мы тут с Сеней гуляем. Вот. Санта-Клаус со мной. Ну, ничего нового не появилось пока из украшений города. Я думаю, что в прошлом году тут так понакидывали, что решили на ту сторону перенести. Вот тут еще такие ангелочки, наверное, будут светиться. Этот бедный пожелтел уже года три стоит. Ну, смотрится неплохо, когда подключают сюда фонарики. И с той стороны тоже олени. Вот там стоят олени. Тоже. Наша госадминистрация. А мы направляемся на улицу Пестеля. Ничего не поменялось с тех пор, как я вам показывала. Единственное, что город немножко готовится к новогодним праздникам. Настроения, ребята, нет совершенно. Как-то все так мрачно. Никакого преддверия праздника, ощущения нет. Проблемы, проблемы и проблемы. Тут у нас испокон веков Надрабанк. Сколько помню. Ну, такая вывеска.
И, как вы видите, никто не ремонтирует вот эти обкомовские дома бывшие. Раньше это были элитные дома, а сейчас, видите, хрущевочки такие подуставшие, страшненькие. Так что, ребята, идем дальше. Ручка замерзла. Весенней. Чешем. Ветерок, наверное, будет в камеру. Мне очень, кстати, нравятся эти фонарики. Но это тоже не достижение нынешней Украины. Это советские. Такие основательные. Уже после развала СССР что-то ничего хорошего такого путевого именно государства Украина в городе и не построила. Только частники там кое-что эдакое. Ну, например, на Театральной площади построили тут ужасный гипермаркет, который не работает. Вот так, ребятки, все это выглядит. Ладно, у меня рука замерзла, пока закругляю. Впереди там здание апелляционного суда. Улица 295-й стрелковой дивизии. А мы идем на Пестеля. Ну что, у тебя есть предпраздничное настроение? Нету. А какое может быть настроение, если у нас началось движуха, экипак? Не повезло нам, возле нашего дома началась стройка. Сеня? Вот. И это вечная борьба, война с этими застройщиками, экипак. Это, блин, ну честно. Короче, все возле нашего двора. Да. Как какая-то срань случается, таки возле нашего двора. Да. И что-то все пытаются нам все попортить. Ну, елки зеленые, ну как-то надо соблюдать какие-то нормы, экипаки, какие-то, блин, правила, как-то так. Ты давай я новом году. Что ты тут проблемами людей грузишь? Я вам желаю всем, чтобы было в новом ходе, было где и было с кем. Наоборот, было с кем и было где. Да. Это в рифму. Да. Чтобы в нынешнем году было с кем и было где. А вон у нас музучилище. Вот там, за деревьями. Но, кстати, музучилище не одно в Херсоне. Да, оказывается. Да, и тут даже есть музыканты знакомые, mm-hmm. которые работают в музучилищах. А вот это наша поликлиника, больница Водников. Водников, а. Да. Были в Фокстроте. Ой, чайники. О, да. Здрасте. Смотрели себе подарок на Новый год, да? Ага, чайник. А что чайник? Смотрели электроплиту? Не, классно. Мы смотрели себе подарок чайник. А все остальное тоже придумали, что надо. Ну да, а что придумали? Ну надо уже обновлять холодильник, ну покупать. Надо электроплиту 100% надо покупать. Это сильно много денег, да. Много желаний, мало возможностей. Да. А вот тут у нас, смотрите, такие
знаменитые люди жили в этом доме.